берем два прямоугольника одной и той же формы и размера, кладем его горизонтально. То есть тогда вот это вот квадрат, понимаете, да? Так, один и тот же прямоугольник нарисовали вертикально, и дальше проводим вот так вот прямую, и из той точки, где пересеклось, проводим вот так вот прямую. А еще проводим прямую вот так. Получились такие красные прямые. Докажите, что это угол прямой. Повторяю. Взяли два конкурентных прямоугольника. Расположили их так, чтобы один лежал горизонтально, а другой располагался вертикально, с общим углом. И провели прямые, как показано на рисунке. Докажите, что возник прямой. Докажите, что это высота? Высота, да. У любого прямоугольника есть свойство. Высоты пересекаются в одной точке. Если вы берете совершенно любой прямоугольник, проводите перпендикуляр, то это тоже пройдет через ту же самую точку. Называется ортоцентр. Я не зря нарисовал вам этот прямоугольник красным. Давайте я обозначу его вершины. Вот он, треугольник АВС. Господа, нам нужно доказать, что вот этот отрезок, давайте его обозначим, АH, является перпендикуляром BC. Оказывается, для того, чтобы это сделать, лучше рассмотреть не на этот отрезок, а вот на что. Смотрите, CH, это же перпендикуляр АВ. Это высота. Замечательно. Теперь вот дальше нужно. Отрезок BH. Давайте я уже нарисую. Отрезок BH. Почему этот отрезок перпендикулярен вот этому? Ответ на самом деле совершенно замечательно звучит. Смотрите. Надо взять два треугольника. Центр и квадрат, ребята. Смотрите, какая история. У квадрата есть центр, правильно? Да. При повороте вокруг этого центра квадрат поворачивается. Да. Точка D переходит в точку H, точка H переходит в точку E. Точка H переходит в точку E. Так, а теперь давайте соображаем, куда переходит треугольник HDB при нашем повороте. Нет. Вот он тот треугольник. HDB. Куда переходит? ECH. EH. EHC. Отлично. А куда при этом переходит HB? В EC. А если у вас при повороте отрезок HB повернулся в EC, значит, какой между ним был? А почему у нас HB в треугольник? А почему треугольник есть HB? А, я подумал, что ECH. У квадрата есть центр. Все. Вокруг. Ну, я не знаю. Просто посмотрите. Все, квадрате. Посмотрите, что происходит при повороте. Да. Стороны квадрата по циклу переходят. То есть сторона HD переходит в сторону EH, правильно? Ага. Поворот делает против часовой стрелки. И вот этот треугольник поворачивается в этот. Ну, соответственно, значит, этот отрезок поворачивается в этот раз. Значит, между ними до поворота был 90 градусов. Потому что при повороте каждый отрезок поворачивается ровно на угол поворота. Понятно? Ну, вообще все. Если у треугольника высоты пересекаются в одной точке, мы нашли две высоты, а именно CD и вот эта вот прямая BH, и они пересекаются в точке H, то значит третья высота проходит через эту точку. И, значит, действительно там будет.